на левом фланге. У нас хорошая передача в разрез. И можно под себя, а можно на Жамалединова. Удар и гол. 3-3. Красивая, размашистая, широкая атака. Использовали всю ширину поля. Здесь можно было и под себя играть на Смолова. А можно было и вот так передачи находить Рифата Жамалединова. Браво, Михаил Лысов, за счет своей крейсерской скорости, потрясающей физической готовности, удалось ему этот рывок совершить. Ну и Коломийцева я бы отметил, как он нашел.